Повестка сегодняшней сессии короткая, всего 16 вопросов. Первым делом депутаты занялись кадровыми назначениями. На должность уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Рустам Миниханов предложил избрать Ирину Волынец. Ирина Владимировна не один год занимается общественной работой, связанной с поддержкой семьи и детства. В 2016 году ею создано межрегиональное общественное движение «Национальный родительский комитет». Ирина Волынец также член Общественной палаты России. У нее 4 детей и несколько высших образований. Перед голосованием депутаты попросили ее ответить на несколько вопросов. У вас, ну, как правозащитник, какой-то опыт, наверное, есть? Очень обширный опыт правозащитной деятельности. И в первую очередь эти случаи связаны с необоснованным отбором детей. Органы опеки, бывает такое, что превышают свои полномочия. Конечно же, мы вернули достаточное количество детей в родные семьи. В итоге большинством голосов депутат утвердили Ирину Волынец детским омбудсменом республики. Решение принято. Гузель Удачина, которая этот пост покинула, сегодня по представлению председателя Госсовета была предложена на должность судьи Конституционного суда республики. Гузель Любисовна обладает высоким профессиональным знанием, ее хорошо знают в муниципальных районах республики. Она пользуется заслуженным уважением коллег. Депутаты единогласно кандидатуру одобрили. Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности судьи Конституционного суда Республики Татарстан. Также в плане сессии сегодня несколько республиканских законопроектов. Какие решения приняли депутаты, смотрите в наших вечерних выпусках. Дмитрий Орегин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қонақ күттіріп кіне интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.